служил я 85-87, попал в Афганистан, сразу в Кабул, потом распределили кого куда, попал я в разведподразделение, это было, отправили с Кабула на юг, ну, служили, воевали потиху, работали именно по караванам, информация, наша была работа. Лучше бы не было этой войны, никогда никто этого не видел, поэтому это кровь, это разруха, это грязь, это все. И даже вспоминать это очень тяжело. И вот молодежи, чтобы они не попали в такие, скажем, горячие точки, чтобы этого не было, и чтобы не было этой неразберихи, лучше прожить так же.